Всем привет! Сегодня я буду снимать обзор сайта plus.online. Для этого нам надо зайти в какой-то браузер, которым вы пользуетесь. Яндекс. Вот я буду пользоваться хромом. Может, мне удобно. Вот забиваем войти плюс, ну просто plus.online. Вот тут надо ввести свой email, пароль. Но сначала, те, кто не зарегистрирован, обязательно надо зарегистрироваться. Только потом нажимаем войти. Так это все выглядит. Вон сообщение пришло мне какое-то, потом прочитаю. Профиль. Тут вы добавляете свои фотографии какие-то. Фотоальбомы есть. Вот это два моих фотоальбома. Так. Тут есть ваши друзья, которых вы можете также просто добавить. Так, моя лента. Вот. Угу. Еще группы, подписки, группы. Давайте посмотрим группы. Есть группа Банк Плюсов, Капсула Времени, Гарри Поттер, Женский клуб, Собаки, Природа, Цветочек, Красивые Аватарки. Причем группы Гарри Поттер, Природа, Красивые Аватарки, Собаки — это мои группы. Обязательно в них вступайте. Давайте зайдем в группу Гарри Поттер и посмотрим, прямо потом на все объясню. Тут вот Гарри Поттер никогда не сдается, тут всякие картиночки. Я горжусь тем, что я фанат Гарри Поттера. Так, выходим. Следующий, давайте я вам покажу. Даже не знаю, что сказать. Эти новости. Так. Общество. Это вот обувь. Про робота. Премия. И вон их очень-очень-очень много. Агентство очень старается, чтобы продвигать этот сайт, чтобы он был более успешным. Все делают, графику все устанавливают, разрабатывают и так далее. Поэтому это еще не конец. Еще будет круче, еще будет интересней. Будет еще очень много всего. Тут вы можете добавлять, кстати, свои статьи, блоги всякие. Ну, наверное, на этом все. Сайт я вам показала. Еще раз повторюсь, что он очень интересный, что на него обязательно надо подписаться, что тут можно переписываться и так далее. Вы все это видели только что. Всем пока!